Яке ваше бачення того вирішення тієї проблеми? Яке ваше бачення? Из Запорожья 20 человек спецназа приехало сюда. Занимаются орехами, взяли, захватили предприятие, грубо говоря. Никого не пускали, ничего не объясняли. Спасибо, как вы живете? Они с автоматами одели маски на коллектив. Мы говорим, что вы делаете? Там женщины, пожилые, и все. С оружием, вот, ребят. Я председатель областной администрации. Кто вы такой? Я следователь. Так, следователь. Какие следственные действия? Следственного управления. Какие следственные действия вы тут осуществляете? Следственные действия мы уже закончили. А что вы делаете? Почему этот груз загружен и куда вы возите? На данный груз определением Орджоникидзевского районного суда города Запорожья наложен арест. Сегодня, 13 апреля. Покажите, где тут документ наложен. Определение будет на руках в письменном виде у нас завтра. Когда? Завтра. Что значит завтра? А сегодня вы возите? Сегодня суд вынес определение. Подождите, сегодня... вы вчера же, по-моему, загрузили, нет? Вчера загрузили. Если вчера не было определения вывести что-то арест, почему вчера загрузили? Погрузка и транспортировка началась вчера. Почему? Продолжалась сегодня. Почему? Потому что нам препятствовали. Что значит препятствовали? Препятствовали. У вас не было нам препятствовали. Мы не могли. Конечно, вам препятствовали, потому что вы пришли и крадете грузу людей. Это называется кража на я тоже юрист. На языке уголовного кодекса это называется кража, извините. Почему вы вчера пришли? Кто вы такие, что пришли вчера, взяли груз без всякого документа, без всякого разрешения? Кто вы такие? Это оперативный работник ваш? Нет. Где? Вот там они стоят. Вот все. Анна, покажите. Все, что вы здесь? А что смотрим, что здесь творится? Мы проходим. Вы просто накачали. Ребята пришли смотреть, что здесь творится. Вместе с оперативником просто накачались и пришли, что творится. Мы кого-то здесь обидели с присутствующим. Как что? Вы занимаетесь грабежом, извините. Вот вы грабите. Вот, проверьте, у них такое. Вот грабители. Дедушки, кого вы грозите? Вы любите эту? Вот, вы здесь вот, 2 дня уже стоите. Мы 2 дня стоим. Да. На попе разрешение есть. Есть разрешение? Вот. В стране полицейские, финансовая полиция состоит из бандитов. Приглашает бандитов с собой. И грабят людей среди бела дня. Немедленно выгружайте груз. Немедленно прекратите грабеж. Надо возбудить уголовное дело вот по этому субъекту. Поэтому снимайте их хорошо. Чтобы народ Украины знал героев и их сволочей, которые их прислали.